Ах, эти сладкие хоккейным болельщикам звуки. Пока они звучат при пустых трибунах Нагорного, но уже совсем скоро все домашние заготовки нового тренерского штаба «Торпедо» увидит без исключения вся страна. Очень много интересных упражнений, очень много катаемся. Поэтому все очень, так скажем, в позитивном настроении происходит. Конечно, соскучились и очень хотим пригласить наших болельщиков на Кубок губернатора, чтобы были полные трибуны. Вы, наверное, соскучились по хоккею, мы тоже. Очень будем рады вас видеть. Вид спорта номер один в Нижнем Новгороде заявляет о себе все с новой и с новой силой. Буквально в минувшую субботу в Нагорном хоккеисты «Торпедо» открыли сезон благотворительным матчем с московским «Динамо», как уже на этой неделе стартует традиционный для нашего региона турнир. С 5 августа к Нижнему Новгороду будет приковано повышенное внимание. Процесс проходит отлично. Тренируемся, готовимся к Кубку губернатора, поэтому это будет серьезный, как бы, опять... игры. Мы очень ждем болельщиков приходить к нам на турнир, и мы будем радовать вас своей игрой. Будем стараться. Кубок губернатора обещает быть очень насыщенным на события. 15 матчей за 7 дней с участием 6 команд. В гости к нижегородцам приедет екатеринбургский «Автомобилист», московский «Спартак», а также 3 динамовских коллектива из Москвы, Минска и Риги. Подробный календарь матчей вы видите сейчас на своих экранах. Это один из важнейших турниров, которые предваряют сезон в континентальной хоккейной лиге. Поэтому я отношусь к нему с большим интересом и уважением. Приглашаю всех нижегородцев наконец-то переориентироваться с футбола на хоккей, вспомнить, наконец, что регион у нас, на самом деле, в первую очередь, хоккейный. Я уверен, что будет интересно. У нас происходят различного рода обновления в команде. Приходят новые игроки, у нас новый тренер. И мы, безусловно, связываем ожидания с этим обновлением, что команда заиграет по-другому, команда заиграет интересно. Я уверен, что на Кубке тоже будет интересно. Телетрансляции хоккейных матчей уже стоят в сетке вещания федеральных каналов. Билеты на игры Кубка губернатора еще есть в продаже, так что поторопитесь, и вы станете участником юбилейного розыгрыша главного предсезонного турнира региона.